Спросите, а что это они тут все выстроились? А я вам отвечу. Я набрал ту сумму, которую давно с вами хотел. Мы набрали с вами юбилей, а именно 30 подписчиков. Следующий юбилей будет у нас это 50 подписчиков. То есть следующий юбилей 50. Осталось 20 подписчиков. Думаю, не так уж и много. Ну, довольно долго я этого момента ждал. Они тоже, видите, радуются. Особенно Флиппи. Ну, Флиппи вообще, он радуется. Он на полную смеется. Спасибо. Сегодня будет еще один ролик. Это естественно. А это просто поздравление, то что, хоп, я с утра просыпаюсь, смотрю, комментарии все прочитал, которые есть там еще, и бах, смотрю, и тут 30 подписчиков. Я еще свой канал улучшил, добавил еще на фон картинку и описание, ну, в общем, поняли. Ну, и хотел вас очень-очень хорошо поблагодарить. Ну, типа, я за 5 месяцев еще столько подписчиков не получал. Но был у меня такой канал, но он там существовал 7 месяцев. И на нем было тоже 30 подписчиков, ребят. Но на нем было, знаете что? Стоп. Ай. На одном из моих каналов 500 подписчиков было аж. Просто у меня много каналов было, я аж забываю. Ну, этот канал по Happy Free Friends меня очень порадовал. Дайте также меня удивлять. Их. Они ж не зря тут стоять, не моргая. Ну что ж, ребят. Просто хотел поблагодарить очень многих людей, которые просто подписываются. Ребят, я тут, в общем, на аниматорстве, как бы. И, типа, вы видите, что произошло? Я не знал, что тут рекламы вообще существуют. Охереть, я в шоке. Еще на... Я забыл, что тут рекламы существуют. Блин! Ну да ладно, ребят. Вы тоже не расстраивайтесь. Это я им, если что, говорю. Ну, вы тоже не расстраивайтесь. Я там в описании даже написал не грусти. Ну что ж, думаю, заканчивать. Хотел вас очень хорошо поблагодарить всех моих подписчиков. И сегодня будет видео по вашей любимой рубрике. И именно персонаж против персонажа. Возможно, это будет дискомиска против майма. Ну, или майма, или лайма. Вообще майма, в общем. Поняли, в общем. Всем пока, удачи.